Сейчас мы расскажем о том, как создавались некоторые из кадров и какая у них история, предыстория и то, чего вы не знаете. Поэтому с этого момента вы не сможете смотреть на комикс так, как прежде. Пристегнитесь, мы начинаем. Кадр за кадром. Кадр, где они бегут, все люди бездомные, мне показался очень забавным. Безумный. Менялся вообще, вся эта страница менялась, потому что она выглядела иначе, этот кадр был не такой широкий. Но этот кадр мне нравится тем, что мне пришлось превозмочь свои усилия и нарисовать впервые какую-то вот такую длинную панораму, города раскрасить его таким необычным образом. Это все было впервые, и это было прикольно. И мне нравится еще придумывать такие кадры, в которых есть своя предыстория, как и во всех иллюстрациях, которых я пытаюсь сделать. И вот здесь получается вот этот главный персонаж, который грядет потоп. Мы видим, что он не умеет плавать. В какой-то момент подумал, что это будет визуально забавно, поэтому он хоть и предсказывает про потоп, но и бегает в таком вот круге в виде удочки. Мне этот кадр нравится тем, что он показывает сразу сначала все сумасбродство этого мира, счастливых концов света. Он показывает, насколько люди неадекватно реагируют на то, что происходит, и сразу говорит о том, что вас ждет в истории юмор. Вы не знали, но до того, как тут были метеориты, метеоритный дождь, была версия того, что на них нападают инопланетяне. Да. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.